приступим. Запивать я буду вот таким вот холодным кофе без сахара, потому что мороженое слишком сладкое для меня. Я не люблю очень сладкие вещи, но оно всегда сладкое. А кофе горький. Это капучино Фредо. Силки.
пирожное, которое я люблю, которое я ела на пляже. Там двойная заливка шоколада. Внутри он такая тоненькая, и она так хрустит приятно. И снаружи потолще. То есть там такой хруст прямо вкусный. Сладкая была, то я бы даже сказала вкусная очень, но этот сахар просто обжигает мне все вкусовые рецепторы на языке.
просто темный шоколад, а то, которое я люблю, оно тоже от Magnum. Оно тоже там дабл. Там прям черный шоколад. И оно такое шоколадное внутри. Оно такое вкусное. Пишите мне, какое у вас любимое мороженое. В детстве я любила крем-брюле. Мороженое крем-брюле. Советское. Ну, по моим меркам, я съела очень много. Я съедаю вот так вот и отдаю мужу. Мне больше не надо. Сейчас я это все засуну в морозилку и завтра доем. Или послезавтра. Не знаю, когда я захочу его опять. Надеюсь, что...